Значит, я вас прошу поднять руку, кто согласен со следующим утверждением. Утверждение будет такое. Кто считает, что удовольствие – это плохо? Тишина. Да. Заметьте, аудитория, видимо, очень хорошая, потому что даже не нашлось ни одного человека, который сказал такую умную вещь, смотря какое. Потому что часто говорят, смотря какое. Я не знаю, о чем думает человек, который говорит, смотря какое, мне это непонятно. Потому что когда человеку говорят, удовольствие это хорошо или нет, он перебирает в голове, ну да, когда я счастлив, когда я получаю какие-то радостные эмоции, мне это нравится, это хорошо, нормально. Значит, удовольствие это хорошо. Следующий вопрос, странноватый немножко. Скажите, видели ли вы когда-нибудь, слышали ли вы от родителей, когда они вам это говорят, или, например, один родитель другому, или взрослый взрослому, ну неважно. В общем, короче, выражение звучит приблизительно так. Лицо с таким лицом. Ты только удовольствие хочешь получать. Что-то подобное, слышали? Не, ну конечно, есть уточняющие варианты. Ты только телевизор хочешь смотреть, только играть на компьютере, только взяли, вместо того, чтобы уроки. Ага, понятно. Значит, я хочу обратить ваше внимание, что в принципе. Жизнь действительно может быть сплошным удовольствием. Но я не имею в виду, что вы сплошняком сидите возле телевизора. Если кто-то когда-то сидел возле телевизора там пару дней и не отрывался, он помнит, что потом плоховато становится. То есть на самом деле человек получает, может получать удовольствие. И это хорошо, когда он его получает. Отлично. Следующий вопрос такой. По вашему мнению, если человек возьмет и примет, ну так, грамм два мышьяка, к вечеру у него будет удовольствие? А. Но если он удовольствием считает мертвое тело, то это будет удовольствие. Хорошо. Я вам сейчас хочу рассказать о такой вещи, которая называется яды. На самом деле, вы знаете, что яды существуют. И ни один здравомыслящий человек не пьет с утра яд. Он жить хочет и получать удовольствие. Но тем не менее, мало кто знает, что яды, они имеют определенную схему действий. И мы даже не знаем, что мы иногда пьем яды и об этом не знаем. Каждый яд действует по определенной схеме. Скажите мне, пожалуйста, для начала хочу прояснить само слово. Яд – это вещество, которое не содержится от природы в организме. И если оно попадает в тело, то оно наносит телу вред. Согласны? Хорошо. Итак, яды. Если в человеческий организм попадает яд, по вашему мнению, тело будет пытаться от него избавиться? Где и как оно это делает приблизительно? Представляете? Да? Хорошо, я поняла, поняла. Отлично. Итак, пошли рассмотрим эту схему яда. Сюда попадает маленькое количество яда. Если попадает большое количество яда, тело начинает реагировать тяжело. То есть тело может как-то реагировать. Если попадает очень маленькое количество яда, то тело становится просто немножечко активнее. То есть само тело становится активнее. Не человек стал веселее, что-то придумал, а тело стало активнее. Рассказываю подробно. Сюда попадает яд, маленькое количество. Мозг. Это отличный компьютер. Мозг рассчитывает, что это такое попало в организм. Есть такое, нет такого. Это лишнее, лишнее. Выгоняем. Команду сердцу. Сердце начинает стучать быстрее. Для того, чтобы быстрее ходила кровь по телу. Тело быстрее, кровь ходит по телу. Тело начинает активно работать руками, танцевать ногами, танцевать песни, петь. Глаза блестят, нос краснеет. Ну, как вариант. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? У меня такой наивный вопрос. Скажите, вы когда-нибудь собственными глазами видели человека, который выпил 50 грамм водки? Я поняла, видели. Заметьте, я не спрашиваю, пили ли вы. Итак, человек выпивает 50 грамм водки. То же самое, но с водкой. Я хочу, чтобы вы вообще поняли эту схему. Это очень прикольно. Значит, сюда попадает 50 грамм. Мозг. Водка. Есть? Нету. Выгоняем. Команду сердцу. Сердце стучит, кровь бегает, организм работает, чтобы выгнать водку, танцует, танцы, песни поет. Ну, в общем, работает усиленно. А человек при этом думает, 50 грамм хорошо, а 100? Он добавляет еще 50, мозг. Больноватый. Что-то не понимает, наверное. Надо ускорить еще, чтобы еще быстрее выгонялась водка. Команду сердцу, сердце быстрее стучит, кровь быстрее бегает по телу, тело уже тепленькое, щечки розовые, глаза блестят, танцы танцуются бесконечные, песни громкие, к девчонкам пристает все, и при этом думает, 100 грамм хорошо, точно, 150 лучше, и он добавляет еще. Теперь смотрите, здесь происходит расчет, поскольку компьютер совершенный, то есть разум совершенный компьютер, разум начинает делать расчеты. Если я буду ускорять с такой скоростью вот это конкретное тело, то через вот этот промежуток времени тело сгорит. Но если вы просто потрете руки друг от друга, они начинают немножко греться. Представляете, там греется, 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 бум!
Чтобы не было бум, разум дает другую команду. Замедляйся. И тело начинает потихоньку замедляться. Я думаю, что вы видели замедленное тело. Следующий вопрос, несложный. Просто поднимите руки. Кто видел, что такое замедленное тело продолжает дальше пить? У вас хороший жизненный опыт. Теперь следующий вопрос, очень простой. Если замедленное тело продолжит дальше пить, оно что сделает? А замедлится до каких пор? Пока не упадет. И тело просто падает. И в этот момент происходит очень интересная вещь. Вот тут вот отключается тело. Я вам объясню, почему оно отключается. То есть там дальше идет расчет. Просто-напросто расчет. Если я не отключу тело, это разум думает, если я не отключу его, то будет третья стадия, а она будет совсем печальная. То есть не понравится, понимаете, никому. И для того, чтобы тело просто выжило, оно отключается. Поэтому если вы там, ну, бывает такое, вот пил и отключился, а утром встало, оказалось, что все еще не отключились, то вы не жалеете, что вы отключились, вы просто выжили. То есть если бы вы не отключились, вы дальше пили и умерли. Это стадии действия любого яда. Их три. Сейчас приведу два примера. Один пример распространенный, о нем даже никто не задумывается. Такой напиток, как кофе, слышали все. Если человек выпивает чашечку кофе, он становится немножко бодрее. Кто-нибудь из вас пробовал делать такую вещь, выпить много кофе, чтобы не спать? А вместо того, чтобы не спать, что-то сонливость такая, спать. Да, вот посмотрите, какой. Это уже второе у вас было. Уже тело говорит, хватит. Если вы возьмете, продолжите, будете пить и допьете до ведра, то есть ведро кофе, вы умрете. Но беда в том, что как бы ведро кофе не выпьешь, оно просто не помещается как бы в желудок, и поэтому это невозможно. Тем не менее, действует по всем, вот по этим трем точкам. Одна там две чашечки, там 10 чашечек, ведро. Это ясно, да? Хорошо. Следующий пример. То, что никто не пьет. Вообще ни утром, ни днем, ни вечером. Такой яд, как мышьяк, не употребляете, нет? Если вы выпиваете всего лишь 0,2 грамма мышьяка, вы становитесь мертвым. Если от 0,2 грамма мышьяка отмерить микро-микро количество под микроскопом и выпить, будет что-то первое. Я не знаю, что, но какая-то бодрость может возникнуть. Если вы выпиваете чуть больше мышьяка, у вас будет какое-нибудь расслабление, там, я не знаю, заснете вы или вам будет очень плохо, ну, сами знаете, куда потом человек идет, когда плохо. Вот, если вы выпьете 0,2 грамма мышьяка, вы умрете. Это понятно? Хорошо, это схема действия любого яда. Теперь мы делаем вывод. Вопрос. Если все яды действуют по этой схеме, у меня к вам вопрос. Значит, наркотики и алкоголь, это что? Яды. Это яды просто, это просто яды. Знаете, вот я сегодня хочу выпить вечером ядку. Это просто яд, на самом деле. И вообще-то люди употребляют массу всякого разного, что не надо бы было употреблять. И я вас хочу спросить, вот по вашему мнению, люди вообще ошибаются иногда? Вы знаете, даже директор вашего лицея ошибается иногда, я уверена. Потому что он человек, я надеюсь. Любой человек ошибается. Но самое интересное, что у вас есть возможность, кстати, вам бы хотелось чаще ошибаться или реже? Реже. И любой человек может быть в таком состоянии, чтобы ошибаться реже. Есть всего две причины для того, чтобы человек ошибался, принимал неправильные решения, имел проблемы, болел и так далее. Две вещи. Первая вещь. Человек может чего-то не знать. Может человек что-то не знать? Да. Вот он смотрит там на стенку, видит там предмет такой квадратный с двумя дырочками. Первый раз в жизни. И думает, что бы это могло значить? А не проверит ли мне глубину этих дырочек проволоками? И все, оказалась розетка, кучка пепла. Ну не знал человек. Но на самом деле люди получают знания и как-то выживают, да? Это один путь. Второй путь – быть в таком состоянии, чтобы ошибаться как можно меньше. Оказывается, есть состояния, в которых человек делает ошибки, есть состояния, в которых человек делает ошибок меньше или не делает их, в соответствии со своими знаниями. Вы знаете, человек может иметь 2, 3, 10 высших образований, он может прочитать кучу книг, сидеть все время в библиотеке, и при этом он выходит на улицу, там у него кирпич на голову упал, там у него ногу сломал, там еще что-то. Вот знаете, вот говорят, невезучий. Вот вы знаете, человек не везет человеку. Не бывает такое, что не везет. Здесь все, кто сидит и все, кто ходит там на улице, абсолютно каждый человек на этой планете внутри белый, пушистый, очень хороший, очень способный, суперумный. Все абсолютно. Но мы все находимся в разных состояниях. И сейчас об этих состояниях я пару слов хочу сказать. Итак, есть такая, на самом деле не пару слов, долго будет, минут 15.
рисую такую вещь, называется шкала. Слово шкала всем понятно? Ну, есть шкала, например, один из примеров шкалы — это градусник, меряет температуру, там, барометр, меряет давление. Вот у нас будет мерить эта шкала, знаете что? Она будет мерить настроение. Эта шкала называется шкала эмоциональных тонов. Такое правильное название. Слово шкала понятно. Слово эмоции понятно? Настроение. Тон — это уровень этих настроений. Вот здесь будет минус, плохо. Здесь будет плюс, хорошо. И вот тут маленькая часть на шкале, которую можно назвать, если посмотреть словарь, просто человек счастливый в этом состоянии. Если просто, так сказать, вот понятное такое общеупотребимое слово, вот тут кайф. Вот в этом слове много кайфа. Сейчас я вам рассказываю, как человек должен себя чувствовать, чтобы у него кайф был без наркотиков, алкоголя, вот просто с утра до вечера. Проснулся и говорит: боже, сегодня первая пара. У вас пара или уроки? Пара. Сегодня первая пара — физика. Ура! Сделай это, я сейчас пойду на физику и получу свои 12 баллов. Даже если я получу не 12 баллов, я исправлю это. То есть вот тут вот человек быстренько решает, и он так не грузится проблемами, да? Хорошо, начинаем снизу. Те, кто слышал лекцию, те молчат как рыба. Просто вот рот закрыл себе и молчит. Те, кто не слышал, догадываются. Ноль на этой шкале, то есть хуже не бывает. Учите, это настроение. Ноль по настроению. Что это такое может быть? Не, я не имею в виду изучение тяжелого предмета. Хуже апатии? Смерть. Вы слышали лекцию? Да. Она не выдержала. Так, тон называется смерть. Я вам скажу, что действительно бывает такое, что просто не отгадывают вот этот нижний уровень, потому что никто не думает вообще о смерти. Это хорошо, что о ней думать-то, ее ж нету тут рядом. Так, 005. Тон называется апатия. В переводе на русский язык апатия обозначает полное, абсолютное безразличие ко всему. То есть человек не есть, не спать, не общаться. Ну ничего он вообще не может, понимаете, абсолютно, но совершенно нет реакции. А тут такая слюна. Можно с таким человеком общаться? Смотрите, человек может в апатию попасть по разным причинам. Одна из причин апатии, ну, предположим, у вас, ну, на ваших глазах случилось какое-то несчастье, да, вы же не будете скакать и прыгать, да? Вы можете попасть в шоковое состояние, бац, вы не двигаетесь. Может быть такое. Второй случай. Ну, второй случай мы иногда наблюдаем вечером, проходя по городу, возле киосков лежат случаи. Вот они в апатии, вот напился, упал в апатию. Он лежит, понимаете, ему еще чуть-чуть добавить 50 грамм, и он уже умер. Но он добавить не может, он глотать уже не в состоянии. Так, это тон апатии. Вопрос, скажите, пожалуйста, человек в апатии хорошо оценивает ситуацию, быстро принимает решение? Он вообще не видит ничего. Потому что это 5 сотых до смерти. Пошли выше. 0,5. В этом тоне мы все бываем, и вы все бывали. С детства буквально, с рождения, очень плохое состояние. Знаете, вообще ничего не буду говорить. Нормальные люди, человек плачет, а вы смеетесь. Нормально. Нормально. Тон называется горе. В тон горя человек попадает по одной единственной причине. Одна. Примеров можно привести много, ваш пример принимаю. Но причина попадания в горе единственная, когда человек имеет потерю чего-то важного для себя. Ну, кто-то пиво там, не знаю. Кому-то на бутылку водки не хватило, бывает такое. Кто-то мобильник потерял, кто-то с другом поссорился. Это потеря. Когда вы имеете потерю, вы имеете тон горя. Это всем понятно? Согласны с этим? Так, теперь у меня вопросик. Скажите, если человек находится в горе, как у него с быстротой реакции и правильностью решений? Тормоз. Хорошо, теперь очень важно. На минуту, все будет, все будет. Вот тут, вы знаете, спасибо вам за вопрос на самом деле. Человек спросил, как восстановить. А я вам скажу, все зависит от вашего хронического тона. Есть понятие такое, моментальный тон, а есть понятие хронический тон. Моментальный — это когда поплакал и пришел в себя, если ты находишься выше по тону. Хронический тон, если у тебя хронический тон горя, ну извини, там восстановить сложно. То есть, в принципе, если вы общаетесь с человеком, у которого хронический тон горя, и вы ему задаете обычный вопрос, как дела, он вам ответит, как дела. Вы знаете, у нас на Алексеевке уже неделю нет горячей воды. Ну, просто нереально. Восторже? О боже! Вы понимаете, все превращается в проблему, все. Вы можете увидеть человека, который в тоне горя, да, и спросить его,
Ха, ну вот, лето пришло, хорошо, да, значит, это лето пришло. Лето пришло, классно, он, ой, боже, это ж мухи, это там. Вот зима пришла, о, господи, это мороз, у меня сапоги прохудились. Самое интересное, что человек в низком тоне имеет небольшую такую особенность, если можно назвать это особенностью. Человек в тоне горя имеет много хронических болезней. И он вам будет об этом рассказывать, он болеет. Не бывает так, что человек заболел, потом опустился по тону. Бывает так, человек опустился по тону и заболел. Если вы находитесь в хроническом тоне высоком, то есть постоянно у вас хорошее состояние, если вас обидели или вы что-то потеряли, вы не плачете сутки, да? Ну, расстроился, чуть-чуть поплакал и дальше побежал. Если вы в таком состоянии, то очень долго придется. Пошли выше. Да, с ошибками мы разобрались, да, там тоже ошибок многовато будет. Единичка. Очень прикольный тон. Я вам скажу так, его наблюдать прикольно, быть в нем не прикольно. Тон называется страх. В тоне страха человек делает две вещи основные. Очень интересные вещи. Две основные. Значит, давайте так, я... Что вам тут будет, если вы прогуляете пару уроков? Ничего. Ничего, говорит, не будет. Вы заметили, да? Я вам потом скажу, кто это говорил. Хорошо, у меня такой вопрос. Ну, здесь сидят для всех реально, что такое прогулять, не? Ага. Когда вы прогуляли там первый раз? Ладно, мы не будем брать первый раз. Давайте прогуливать, вы в 9 классе, в 10, да? И вы прогуливаете первый раз в этот момент. Ну, такой невозможный вариант. Ну, не смейтесь, пожалуйста. Мне просто надо там прикол один сделать. Хорошо, вы прогуливаете. Вы прогуляли целый день. Целый день. Если вы приходите на следующий день в ваше учебное заведение, хотелось бы вам прямо тут же увидеть директора, зауча, классного руководителя и поговорить с ними. Хорошо, прям вот эту вот сценку, прямо сейчас разыгрываю. Человек прогулял, там парень какой-нибудь прогулял целый день. Вот, и он не хочет встретиться с директором, что естественно. Он открывает дверь. Прогулял. Ну, гулял, когда он ему было хорошо, весело, да? Теперь он пришел в школу, открывает дверь. И прямо перед ним стоит шеренга, понимаете, шеренга. Директор, классный руководитель, учитель, который... Все учителя, всех уроков, что он прогулял. Шеренгу замыкают родители, которые пришли раньше него в школу, чтобы посмотреть в его честные глаза. И у них лица очень такие серьезные. Значит, где ты был? Где ты был? 11-й выпускной класс. До каких пор ты будешь прогуливать? Если человек попадает в тон страха, он делает две оригинальные штуки. Если он в тон страха попал. Ты где был? Ну, в военкомате. Там же, кстати, очереди постоянно нет никого вообще, не поймешь. Там, как пойдешь в этот военкомат, вы же сами посылали. Скажите, он смотрит в этот момент в глаза? Нет. Первая реакция в тоне страха – покинуть место как можно быстрее. Ты где был? О, Господи! Поскольку он убежать не может, у него убегают глаза. Ты где был? Ну, и дальше идет серия рассказов, которые можно назвать как? Вранье. Вранье, точно, молодец. Человек просто врет. Смотрите, две вещи, тон страха. Первое, желание убежать. И второе, человек не может говорить правду, он обязательно врет. Поэтому если вы врете... И у вас желание убежать. Я вас поздравляю, вы здесь. Знаете, люди говорят, вот я вру хорошо. Как я хорошо соврал. Когда ты врал, ты был в этом тоне, конкретно. То есть это небольшое геройство. Вот там вот люди вообще не врут. Но есть некоторые люди, которые когда слушают эту лекцию, это тоже вот интересно. У вас таких нету, честно говоря. Я вот не вижу таких лиц. Но бывают такие, встречаются, прям мысли читаю на их лицах. Знаете, вот сидит и слушает это. Что она тут рассказывает? Я когда вру, я обычно в глаза смотрю, мне это нравится. Я долго придумал, как врать. Понимаете? Этот тон есть. Действительно. Он почти рядом с тоном страха, я не соблюдаю здесь промежутки. Тон 1-1, на 1/10 выше. Тон название тона состоит из двух слов. Скрытая враждебность. Слово враждебность понятно всем? Да. Ты мне не нравишься. Ненавижу. Это открытая враждебность. А если он мне не нравится, я его терпеть не могу, но мне не хочется, чтобы он это заметил. У меня будет скрытая враждебность. Маш, что у тебя ботиночки худоваты, худоваты. Пора новенький покупать. Понимаете? На самом деле он мне просто не нравится. Я хочу ему сделать гадость. Но мне не хочется, чтобы он мне делал что-нибудь такое. Значит, два варианта скрытой враждебности. Один для девочек, один для мальчиков. Девочки, извините, пожалуйста. Если кому не понравится, мальчики, вам это важно знать.
Скрытая враждебность. Значит, человек в скрытой враждебности любого пола считает, что он круче всех, а все остальные – дебилы. И это выражается на лице. Что такое девочка круче всех, все дурочки? Да. Все такие дурачки. А тут мимо проходит какая-нибудь другая. Ну, дурочка, понятно, девка. А она на нее смотрит, говорит, слушай, ты такую платьице купила, обалдеть, она в секонде. Я вот заходила недавно в секонд, там такая куча лежала, все по гривне. Наверное, там. У этой может испортиться настроение. Если у этой испортилось настроение, вот это, вау, смотрите, супер. Я сделала гадость, я могу сделать гадость, отлично. Мальчики, вам отдельное предупреждение. Если вы сталкиваетесь с такими девочками, они иногда нравятся. Ну, вы знаете, мальчикам иногда нравятся такие девочки. Вы имейте в виду, что если она вам такая девочка, вот в скрытой враждебности, если она находится, говорит, я люблю тебя, дорогой, вы помните, там еще может быть очередь. И каждому она уже сказала, что любит, и их много. Это особенность, то она скрытая враждебность. Еще раз хочу в этом месте обратить ваше внимание. Даже эта девочка или этот мальчик, который в скрытой враждебности, внутри хороший, замечательный человек, и он собирался бы врать, если бы не был в этом тоне. Если этого человека поднять повыше по тону, он будет нормальным. Если он в скрытой враждебности, он по-другому не может реагировать. Он только так делает. Так, кстати, это тон преступника. В этом тоне все преступники находятся. Вы себе можете представить человека, который говорит, слушай, можно я у тебя кошелек украду? Честно глядя в глаза. На самом деле такого не бывает. Он подходит, говорит, о, слушай, а парень, ты где мобилу такую достал, да, и начинает разговаривать. А в это время в сумочке роется там или в кармане. Вот это скрытая враждебность, тон преступника. Пошли выше. Полтора. Ой, да, кстати, я забыла вам вопрос задать. В тоне страха и в тоне скрытой враждебности, в этих двух тонах, человек легко, правильно оценивает окружающую ситуацию? Нет, конечно. Конечно, неправильно. Реакция в тоне страха. Все опасно, надо бежать. Реакция в тоне скрытой враждебности. Всем надо навредить, и тогда, может, я выплыву. Пошли выше. Тон называется... Так что там за шум? Я не понял, что за шум? Что... Вот эта вот группа, которая уже слушает второй раз, они уже ждут, когда я крикну на них, просто специально сидят, меня раздражают, раздражают постоянно. Спасибо вам, товарищи, что вы это сделали. На кого бы я крикнула тогда? Они знали. Знаете, я вот тут дошла до этого места, думаю, боже, на кого, на кого, на кому? Тишина, порядок, не на кого крикнуть. Ребята, то он называется гнев. Вы наблюдали когда-нибудь такое поведение? А что такая радость? Хорошо, сами вы в таком состоянии были? Морду кому-нибудь кто-то, может, бил? Это там. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь пробовали общаться с человеком в тоне гнева? Вы просто видите, он идет прямо такой. А вы к нему подходите и спрашиваете, вы не скажете, который час? Да пошел ты! Он даже вопроса не слышит. Он весь в состоянии напряжения. Первый, кто подойдет, получит. Общение невозможно. Но вы заметили, что этот тон поактивнее чуть-чуть, да? Но уже больше жизни. Правда, жизнь в неправильном направлении течет. Так, вот эти четыре тона. Раз, два, три, четыре. Если у человека эти тона хронические, то есть он живет в них, у него, к сожалению, хронические болезни. У всех там желудок, почки, печень, ну там болит. Вот там уже человек не болеет ничем. Так, поехали дальше. 2.0. Тон называется антагонизм. Не алкоголизм, а антагонизм. Переводится само слово в словаре. Непримиримое противоречие. Нет. Гулять пойдем? Нет, там холодно и сыро, подождем летом. Слушай, пошли телек посмотрим. Какой телек? Вот это твой телек, что там не видел. Слушай, доченька, помоги маме посуду. Мам, ты что, с ума сошла? Мне завтра 7. Мне завтра 8 уроков. Когда я буду мыть посуду? Да, да, точно. Это оно и было. Ну, нормально, это антагонизм, по крайней мере, не скрытая враждебность. Может, ты сама помоешь? Итак, антагонизм, тон несогласия. Это все поняли, да? Хорошо, выше пошли. 2.5. На самом деле, если человек все время не соглашается, это хронический тон, он все время не согласен, то он правильного решения не может принять.
Хочу обратить ваше внимание, что в любом из этих тонов человек может находиться. Было бы ненормально, если его били по голове. Это ненормально. Я имею в виду, что в этих тонах нельзя находиться хронически. Если вы там хронически находитесь, то вы не видите ситуации. Так, вот этот тон сейчас сами назовете мне. Желательно тех, кто слушал, чтобы не называли. Значит, в этом тоне, вот в этом, что я сейчас буду рисовать, человек... Не, ну, тут я не беру, конечно, он не валяется, не лежит, ничего, он не плачет, он не бегает, он не боится, он не делает гадости, он не кричит ни на кого, морду не бьет, он ни с кем не спорит, он вообще ничего не делает в этом тоне. Не, он такой, знаете... Слушай, пошли телек посмотрим. Пошли, ну, это должна вставать. Идти. Лень, безразличие, вы правильно называете. Но есть такой тон, называется скука, да? Он и определяется как лень и безразличие. Тон называется скука, и это серединка шкалы. Все, что ниже скуки, если вы заметили, ближе к чему? К смерти. К смерти. Вот эта часть шкалы называется невыживание. То есть в этой части шкалы вы не можете достигать успеха, вы не можете иметь здоровья, вы не можете принимать правильные решения, вы не можете иметь нормальных друзей, вы не можете иметь нормальную жизнь. Это понятно? Я думаю, что мы здесь сейчас рассмотрим, если вы согласитесь. Если не согласитесь, мы не будем рассматривать. Мы рассмотрим такую вещь, чтобы уже понятно было, где выживание, а где нет. Такой вопрос, как секс по шкале тонов, если вы не возражаете. Не возражаете? Возражаете? Нет. Хорошо. Я думаю, что так тихо вы не возражаете. Итак, ну, чтобы было совсем все понятно, потому что это немаловажный вопрос в жизни человека, особенно старшие классы, вам вообще надо как бы об этом знать правду. Хорошо, если вы ждете от меня, что я буду здесь что-то показывать, не ждите. Я буду задавать вопросы, хорошо? Значит, первый вопрос такой. Я вам называю схему действия, как бы, а вы мне называете тон. Я не знаю, о чем подумал молодой человек, я задаю простой человеческий вопрос. Какой это тон? Если человек сначала, перед тем, как ему иметь какой-то секс, он сначала бьет сильно ногами по голове. В каком он тоне находится? Отлично. Обратите внимание, ни один из вас, а мне часто такое говорят, ни один из вас не сказал скрытая враждебность. Да ничего себе скрыто, а ногами по голове. Итак, он находится конкретно в гневе. Ну, тот, с кем он пытается иметь сексуальные отношения, находится, видимо, где-то там. Совсем плохо ему. Разобрались, да? Хорошо. Я не знаю, ответите вы мне на следующий вопрос или нет, просто понятия не имею. Очень редко кто отвечает на этот вопрос. Не знаю почему, но я его задам. Если не ответите, я отвечу. Как вы думаете, какой может быть секс, примеры секса, если человек находится в тоне скрытой враждебности? О, ну изнасилование это с применением силы идет, это открытое. Не очень, да. О, пожалуйста, он пример конкретный привел, я... Смелые люди, почему я к вам пришла работать? Потому что я знаю, что тут ответят честно на вопрос. Итак, я обобщу его ответ, если кто не слышал, я скажу в общем. Любые извращения, вообще любые, не обязательно это конкретное. Итак, любые извращения относятся к скрытой враждебности. Ой, куда я сюда? Скрытая враждебность. Первое. Второе. Гомосексуализм. Третье. Проституция. Я не знаю, я вас огорчу или обрадую. Беспорядочные половые связи. Скрытая враждебность. Потому что вы представьте, сегодня с этим связь, завтра с тем, а тот дурак. И про него даже... Вот это здесь все. То есть это вот такое вот все непонятное шоу. Это скрытая враждебность. Если взять антагонизм, достаточно высокий тон, да? Антагонизм, понимаете? Хочешь, не хочу, и я не хочу. Может быть, второй вариант. Хочешь так? Нет, я так не хочу. А я так не хочу. А я сказал. И уже кто-то в гневе, а кто-то, заметьте, уже в горе. Может, не надо. Если тут кто-то нашел какое-то выживание, я вас поздравляю. Это близкое к вам состояние. Если нет, поднимемся в скуку, ну это серединка, да? Что у нас в скуке за секс может быть, да? Я вам скажу, мысль человека, который, ну назовем это не любовь, а занимается сексом, да, разницу понимаете, да? Вот здесь занимаются сексом, а любовь она там находится. Итак, если человек занимается сексом в тоне скуки, то он это делает, потому что это нужно для здоровья 3 раза в неделю. Круто, да? И в это время он может
пожевывать яблочко, я не знаю. Покуривать сигаретку для здоровья. Веселее, да? О, хорошо. Так, мы оставим в покое. Оставим в покое эту нижнюю часть шкалы, потому что вам теперь всем понятно, что тут не выживание, да? А ну, конечно, в апатии мы не будем обсуждать секс, понимаете? Не будем. Там человек не видит, кто это. Это женщина, мужчина, кошка, собака. Непонятно. Мы поднимаемся выше. У нас пошел первый тон выше скуки. Он первый выше. Это еще не очень круто, не очень весело, но это значительно лучше, чем скука. Тон называется консерватизм. И в этом тоне, я понимаю, у вас вызывает слово консервы, видимо, какой-то нездоровый интерес. На самом деле это хороший пример для того, чтобы объяснить слово консерватизм. Консервы делают для того, чтобы продукт не испортился. Тон консерватизма, я не хочу что-то менять. Все. Человек в консерватизме, понимаете... Здравствуйте, ребята, сядьте, пожалуйста, ровненько. Сейчас я вам буду рассказывать о том, как вредно принимать наркотики. Улыбки на ваших лицах немножко неуместны, потому что тема очень серьезная, люди гибнут. Ну и минут через 15, возможно, приличные люди уже... Неприличные уйдут. Вот. И в тоне консерватизм, я не говорю, что это плохой тон, я говорю, что есть вещи, которые нельзя делать в консерватизме. Есть вещи, которые нельзя делать в другом каком-то тоне. То есть если вы уверены совершенно, что вы лучший специалист в мире, вот самый крутой, и это правда, у вас даже бумажка есть, что самый лучший, и вы с вот этой бумажкой и с убеждением приходите к человеку, который об этом не знает, а вы где-нибудь вот там, наверху шкалы тонов радостный, пришли в лучшее учреждение наниматься на работу, размахиваете кровом, цум, да, вокруг, вы говорите, я уже всех! Вам скажут до свидания. То есть, если вы приходите куда-то в учреждение устраиваться на работу, вы аккуратно одеваетесь, говорите, здравствуйте, у меня есть такой диплом, такой, я то-то делаю, понимаете, да? То есть, есть места, где надо быть в консерватизме, но в жизни лучше в консерватизме не быть, потому что жизнь, она быстренько уже вперед пошла, а ты все в консерватизме сидишь и любишь, как 40 лет назад, там, песню «У берез и сосен». Вы ее не знаете. Я все вспоминаю. А, Антонов Юрий. Юрия Антонова вы знаете, наверное, не знаю. Ну как, ну видим, афиши, да, раз в году. Ну вы поняли, да? Но мы не будем это обесценивать. Я тоже люблю, но уже и как бы не, остальные уже все, уже другие песни есть. Пошли выше. 3-3. Тон называется «Сильный интерес». И нам сейчас будет сильно интересно, потому что я сейчас буду еще вопрос задавать. Сейчас я буду готовить пастку буквально. Итак, «Сильный интерес». Пример абсолютно... Ну, как бы простой, потому что интересы у всех разные, но я думаю, что для всех реально, что бывают хорошие фильмы, которые интересно посмотреть, да? Любите хорошие фильмы? Отлично! Пришел человек домой смотреть хороший фильм. А мама в это время пришла домой, в тоне горя. А когда мама приходит в тоне горя, даже если это японская или американская мама, она говорит обычно одни и те же слова, потому что в низком тоне люди говорят все время одно и то же. И в тоне горя мама будет говорить, сыночек, ты такой худой и бледный, я тебе пятый раз обед разогреваю, иди покушай. Мама, подожди. Мань, сиди сюда, я здесь буду кушать, ты уже принесла. И вы не можете оторваться от экрана. Вот это тон сильного интереса. Может быть, вы сидите вот за этим экраном. Я не говорю, что это очень здорово, но, по крайней мере, это тон сильного интереса. Может быть, я очень сильно надеюсь, что среди вас есть люди, которые с таким же интересом читают книжки. Значит, два слова еще по поводу сильного интереса. Птичку поставила, видите, что всегда забываю. В сильном интересе человек не заболевает даже соплями. Вот это не бывает. Вот тут человек не болеет ничем, какие хронические, даже простудных заболеваний не бывает. Это раз. И второе, что делает человек в сильном интересе, мы сейчас выясним вместе. У нас сейчас будет совместный труд. Сейчас я вам приведу каверзный пример, а вы мне будете отгадывать тон, хорошо? Значит, ситуация у нас такая. В один из классов в вашем лицее какой-нибудь депутат решил сделать подарок, и он подарил супер-пупер красивые парты из дерева такие, офисную мебель для каждого школьника, светлые, в класс домой. И весь класс вот в этих партах красивых.
И в этот день утром в этот класс заходит мальчик, который вчера вечером получил от родителей скромный презент. Он получил маркер спиртовой черного цвета. Он заходит в этот класс и видит, боже, какие красивые светлые парты. И он садится на заднюю парту и весь урок рисует на этой парте. Теперь мы отгадываем, в каком тоне мальчик будет на задней парте весь урок рисовать. Разделились у нас мнения, чему я очень рада. Я не буду говорить, что вы не правы. Я вам задам еще два наводящих вопроса. В конце его рисунка уже звонок звенит. Он может поднять руку и сказать, Марья Ивановна, гляньте, как я поработал. Не, он не скажет. Хорошо, второй вариант еще более плохой. Марья Ивановна доходит до задней парты к концу урока. А-а-а, боже, парты новые, кто испоганил, без понятия. Это он. В каком тоне человек сознательно портит имущество? Скрытое, враждебное. Ребят, я вам скажу, те, кто не отгадал, честное слово, не расстраивайтесь. У меня взрослые на лекциях вот это вот не отгадывают, потому что люди, когда они, понимаете, ну он же кайф ловит, он сидит там, ловит, рисует там, весь у захвате, что называется. На самом деле он же знает, что он портит новые парты. Я когда рассказывала эту лекцию в колонии для несовершеннолетних, ко мне после лекции подошел парнишка и говорит, я знаю, когда я был в сильном интересе. Я говорю, когда? Когда мы киоск грабили. И я верю, представляете себе, ночь, он идет в кусты, в кустах менты. Грабить, игра какая, обалдеть. Я ему задала два вопроса. Один вопрос был такой, говорю, скажи, пожалуйста, когда вы грабили киоск, вот ты его грабил. Вот в тот момент, когда ты грабил, ты предполагал, что человек, который владелец этого киоска, утром проснется, увидит и немножко расстроится. Да, да, я знал. Хорошо, ты хотел, чтобы тебя поймала милиция? Нет, не хотел. За что сидишь? За киоск. Это что ж за результат работы в сильном интересе тюрьма? Человек может думать, что он находится в сильном интересе. На самом деле он находится в скрытой враждебности. Если он делает то, что нельзя, он находится в скрытой враждебности. Вы видели лица людей, которые смотрят куда нельзя, в щелочку? Да. Кстати, я вам забыла привести пример для мальчиков. Для девочек привела скрытую враждебность, а для мальчиков не привела. Она более скромная, для мальчиков удар будет дальше. Значит, мальчик скрытой враждебности. Вот я, парень, да, я вот этого парня терпеть не могу. Гад, убил, убил сама. Но не хочется это делать открыто, потому что не хочется иметь фингал под глазом. Поэтому, ну что-то, вот он его боится, да? Он его боится, бояться неприятно. И у него возникает мысль, ну хоть что-то, ну сделаем, хоть что-то. Вот он уже в скрытой враждебности. И он придумывает, что сделать. Он им кнопку под зад, а сам сидит, ждет. Значит, лицо, с которым он ждет, будет выглядеть так. Он садится на эту кнопку, кричит ай-яй-яй, а этот на задней парте так. Но тихо. Вот вам, пожалуйста, скрытая враждебность. Радуется человек, да? Но чему он радуется? Чужому горю. Разницу поняли? Отлично. Пошли выше. Гляньте, мы уже в кайф попали. Вы заметили? 3,5. То называется веселье. У-у-у. Знакомо это состояние? Чтобы не возникло никаких вопросов, даю маленький пример. Идут две девочки. Зимой скользкие тротуары, у одной из девочек шпильки, они идут, разговаривают, и одна девочка так, а вторая стоит, понятно, да, что это не то? Это опять здесь. А если они вдвоем смеются, то безусловно это веселье, но если одна плачет, другая смеется, то это немножко по-другому. Хорошо, поехали выше. 4.0, то называется энтузиазм. Я сокращаю надписи, а то не помещусь. С энтузиазмом все просто. Это как бы наивысший подъем эмоций. Такое классное состояние. Сейчас будем поднимать руки. Я вам задаю вопрос, вы поднимайте руки. Вопрос такой. Кто-нибудь из вас выигрывал ли когда-нибудь в командных физкультурных каких-нибудь соревнованиях? Отлично. Вспоминаем, как вы чувствовали себя, когда вы выигрывали. Отлично. Так. Обязательно от соседей команды. Так, хорошо, еще вопрос. Кто-нибудь из вас когда-нибудь решал какую-нибудь проблему свою или тяжелую задачу самостоятельно? Разницу понимаете, списал и самостоятельно, да? Самостоятельно и сидел и думал, блин, я сделал это. Есть такие люди? Раз в жизни. Отлично. Для остальных, для всех, кто не поднял руки в том варианте, еще проще вопрос.
Кто получал хорошие подарки на день рождения, на Новый год? Мечтал и получил. Есть люди? А что так мало? Сильно много хотите, да? Хорошо. Для всех реально состояние, когда ты победитель, ты счастлив. Реально? Сейчас будет сложный вопрос. Он звучит, он очень просто, но он сложный. Иногда бывают очень странные ответы. Я надеюсь, что я здесь не получу странных ответов. Хотя, мало ли. Чувствуем вот этот вот вау. Чувствуем? Вау. Почувствовали? Вот прямо сейчас почувствовали? Хорошо, теперь отвечаем на вопрос. Скажите, вот в этом вау, вау, это мое, мне подарили, о, супер. Вот в этом состоянии у человека может в этот же момент возникнуть мысль: надо начать принимать наркотики. Кто сказал да? Что имел в виду? Обмыть? Что имел в виду, говори? Просто прикололся? Укололся. Нет, мне иногда... У меня была лекция, у меня девочки сидели... Ну, девочки-мальчики сидели 6-7 класс. Ну, в пригороде я проводила лекцию. И совершенно наивными глазами, глядя на меня, девочка сказала: обмыть. Я говорю: отлично, я вам сейчас приведу пример. Если у кого-то возникла мысль, ну, тут же было, да, кое-где я слышала. Привожу вам пример про обмыть. Представляете себе кучу песочка. Представили песочек? На этой куче песочка сидит двухлетний ребенок и строит пасочки. Они у него не получаются. Когда не получаются пасочки, дети расстраивались. Вы видели расстроенных детей? И тут мама открывает секрет пасочек. Она говорит: надо, чтобы песочек был мокренький, надо его хорошо набить, а потом ведерочко поставить и лопаточкой по нему постучать, а потом поднимать ведерочко. Я говорю: ага. Он садится, все это делает, поднимает ведерочко, и пасочка не рассыпается. Вау, обмыть. Представляете себе такое вообще, что ребенок 2 лет может думать о том, что надо обмыть. Что сделать следующим действием ребенок, у которого получилась эта пасочка? Он еще одну пасочку сделает, а в следующий раз он на эту пасочку поставит еще одну пасочку. То есть он будет новые какие-то себе ставить цели, правильно? Вот это действие человека в энтузиазме. Если у вас первая мысль обмыть, вы не в энтузиазме, вы непонятно где. Пошли дальше. Веселье. Вы смотрите кинокомедию, умираете со смеху с друзьями, у вас уже пресс болит от смеха. В этот момент может появиться мысль: надо начать принимать наркотики. Нет, пошли ниже. Сильный интерес. Вы увлечены чем-то, книгой, фильмом, не знаю чем. В этот момент возникает такая мысль? Нет. Нет, конечно, вы увлечены. Какая же мысль другая? Консерватизм. Вы ничего не меняете, все будет как вчера. Будет тут человек начинать? Нет. Хорошо. Скука. Человеку нечего делать. Сижу, вообще ничего делать. Отлично. Сейчас у нас будет триллер про Васю и Петю. Готовы? Хорошо. Мальчик Вася. Я вот тут сотру кусочек. Мальчик Вася не ваш, наш. Я не имею в виду, если у вас тут есть Вася. Сидит Тони Скуки. Он сидит дома. Там ползет 2 мухи по окну. Ну, знаете, ему скучно очень. И он не знает, чем заняться. А тут ему звонит по телефону мальчик Петя. И очень загадочным голосом говорит: Васька, у меня есть такая вещь крутая. Супер! Только тебе осталось чуть-чуть, немножко бесплатно. Море кайфа. Ваське нечего делать, тут ему предлагают что-то еще бесплатно. Знаете, какая хорошая фраза? Бесплатно. Где? И Васька поднимается чуток по тону. В какой тон он поднимается? В интерес. Молодцы. Он поднимается в интерес, говорит: что там мне дают? Где? Что? Да беги скорее, опоздаешь. Он прибегает к Петьке, и Петька ему предлагает чего-то принять, какой-то наркотик. Давайте для примера возьмем то, что больше всего распространено, считается не наркотиком. Ганч. Всем понятно слово? Да. Так, хорошо. Тем, кто непонятно, я дам синоним, потому что в некоторых глазах я не вижу понимания. Ну, на самом деле, сейчас вообще у нас футболки, у нас промышленность левая работает очень хорошо. Знаете, такое растение зеленое? На шапочках делаем. Да, конопля называется, да? Вот, слово «косяк», наверное, самый распространенный. Потому что в зависимости от территории, вот это ганч, там ганчубас, дубас, драп, и 25 последующих, это меняется. А «косяк» понятно везде, даже в КВН об этом говорят, да? Все знают, что у слова «косяк» есть 3 значения, да? Да, ну, «косяк двери», «косоглазый». «Косяк двери» – первое значение. Второе – «косяк рыбы в океане». И 3-е значение – «косяк». Если дать определение этому слову, это самокрутка из конопли. Понятно, да?
Все, чтобы все понимали, про какой косяк идет речь. Он ему предлагает косяк. Нет, я рано мел взяла. Он ему предлагает косяк. Нашему Васе 12. Он смотрит на Петьку. Он слышал с детского сада, что наркотики это опасно. Выбрось гадость. Он смотрит на Петю, говорит, ты что? Это опасно. Мне говорили в школе, что это нельзя принимать. Нормально. Я уже 2 года принимаю. И все в порядке. Ты кому веришь? Маме? Когда мама говорила что-то полезное, только говорит, нельзя, нельзя, нельзя. Ты веришь? И у него меняется лицо. Он, а Петька-то видит, что меняется? Он уже задумался, и Петька продолжает работу. Ну что ты, что ты дергаешься? Давай, пробуй, принимай. Слушай, я на завтра приду, я подумаю немножко. Я завтра приду. Куда, куда завтра? Если он начнет потихонечку уходить, наш мальчик Вася, если он ему не продолжит, он, видите, он в антагонизме был, да? Сказал, нет, я не буду, ты что, обалдел? А он на него продолжает давление, он падает ниже, он как в сомнении уже, знаете, такое состояние. Он продолжит на него давить. Если он сразу ему скажет, да пошел ты все, он уйдет. Я вам скажу, Петя уйдет точно. Если вы ему четко скажете, чтобы он понял. Ну, мы потренируемся, может, потом, после лекции. Вот. А он ему не говорит, он задумался. И Петя начинает, продолжает на него давление. Он на него смотрит и говорит, я не понял. Нет, слушай, я не понял. Ты еще лох. А что ты глаза опускаешь? Я не понял, что ты глаза? Ты мне глаза смотри, ты будешь пробовать или нет? Или ты маму боишься? Не, отвечай мне быстро. Я молчу, ты что? Онемел, ты мне говори быстро. Бегом сейчас, потому что я сейчас есть, завтра нет. Бегом решай сегодня. Фух. Спасибо. Руку давай. Ему было тяжело. Я могу к любому подойти, и я... Чего вылупилась ты? Неприятно, правда? Запросто. Это тон такой. Если вы владеете шкалой тону, вы можете что угодно делать. Но это не очень хороший метод, да? То есть на самом деле, в каком тоне находится мальчик Петя, который предлагает наркотики? Его хронический тон. Какой? Куда? Ребята, он преступник, вы забыли, что ли? Наркотики распространять, это преступление. Он в скрытой враждебности. Знаете, когда он вам продаст? То есть, когда вы купите или возьмете? Когда ему удастся вас опустить ниже по шкале? Вот тут вы не будете покупать, и тут вы не будете покупать. А когда вы вот тут вот будете, он вам продаст. Потому что в этой шкале есть маленький такой секрет. Если человек находится выше по шкале тонов, чем тот, с кем он общается, он... Им его может контролировать и можете его поднимать по шкале, понимаете? Лопатия. То есть если человек вот тут находится, он может спокойно вот с этими людьми добиваться от них согласия. Если человек вот тут находится, он может общаться только с мертвыми. Так, итак, Вася решил принимать наркотики, и он принял. Вопрос простой, простой вопрос. Вот он первый раз попробовал этот наркотик, ну или может второй, ну не знаю, давайте так, первый. Вот у нас такой замечательный вариант. Он пробует наркотик. Куда он девается по шкале? Вверх, нет? Конечно, вверх. Помните, маленькое количество, и организм начинает лихорадочно дергаться, выводить это. И он поднимается в энтузиазм. Такой, вау, приходит на дискотеку. Думаю, вау. Девчонки, вам нравятся мальчики, которые на дискотеке такие? Нет. Слушайте, ему тоже не нравится. Я вам скажу, единственный способ не быть таким, просто не быть таким. Это смешно выглядит, но это так. Если вы не умеете танцевать, ну потренируйтесь дома, возле зеркала. С мамой почему бы и нет? Нормально. Я, например, кого хочешь перетанцую. Итак, у нас есть мальчик Вася, который вот на дискотеке себя так ведет. Он в скуке, он не может ничего тренироваться. Он в скуке, куда он пойдет? Он вообще никуда не ходит. Тут он принял наркотики, пришел такой, вау, а девчонки так на него, вау, блин, какой прикольный. Девочки, я вам открываю секрет, чтобы все знали, в чем прикол. Мальчик Вася как был в скуке, так и остался, он вообще оттуда никуда не выходил, он прямо сейчас в скуке. Просто он с батарейкой. Девчонки, если вам нравятся мальчики живые, это нормально. Если вам нравятся предметы, слушайте, купите предметы, пользуйтесь в конце концов. Подумали-то о чем? Вот, лично я, например, имела в виду ролик от батарейка Дюрасейл. А вы, прошу. Молодцы. Но на самом деле это правда. Девочки, вы запомнили? Мальчики, вы хотите быть предметами? Или вы хотите быть живыми? Итак, мальчик Вася... А представляете, заряд кончится в ненужное время. Итак, он в энтузиазме.
Отлично, да? То есть как, когда-то это заканчивается, частика 2-3, и все, заряд закончился. Куда он денется, на шкале? Опять в скуку, понимаете, вот это самое паршивое. Если кто-то думает, что это классно, это самое паршивое. Потому что если он здесь побывал, под наркотиком, и очнулся где-то вот тут, я не знаю второй раз, когда он повторит попытку. А так он поднялся туда, опустился в скуку, первая мысль. Еще, слушайте, Петька был прав, вреда, никакого, кайфа, моря, и еще бесплатно, Петька, дай. И что Петька скажет ему? Давай, плати, дорогой. И теперь он платит денежку, и он подумает, ну я, ну на завтраки же дают родители, ну хотя бы 2 гривны дают там в день, да? Вот я буду экономить, собирать, и раз в месяц я наберу сумму, и пойду и как человек оттянусь по полной программе. Ура, я нашел способ. Я вас немножко огорчу. Когда человек думает, что он нашел способ, если он что-то съест, выпьет, покурит, неважно что, то есть глотнет волшебную таблетку, ну, в общих чертах, скажем. И от этого он будет счастлив. В этот момент он сам про себя думает: я дебил. Способности у меня быть счастливым нету с этого момента и не будет никогда. Все, и закрыли этот вопрос. Теперь у меня есть волшебная палочка. Он идет, покупает, принимает, в энтузиазм поднимается, говорит: ой, супер, все правильно, я как думал, так и получается. Но на самом деле он падает в следующий раз чуть-чуть ниже. И на самом деле это его уже хронический тон. Это очень быстро происходит. А одна из причин, их там миллион можно назвать, но самая яркая — это вот какая. Наверное, когда Вася первый раз курнул косячок, он сразу же прибежал домой к маме и поделился с ней радостью. Мама, я начал наркотики принимать. Не, он так не сделал, да? Видимо, он начал скрывать. И я думаю, что он начнет врать, правильно? А вот с мамой поделился. Точно, мама говорит, а мне? Ну, это редкий вариант. Чаще всего, если он это скажет, скорее всего, он получит, что тоже неправильно. Ну, по крайней мере, он думает, что он получит. Итак, он начинает скрывать и врать. Какой тон у человека, когда он скрывает и врет? Страх. Страх. Теперь смотрите, какая у него жизнь. У него была жизнь скуки. Ну, можно вообще подняться, пойти в футбольчик поиграть, как минимум. Теперь у него жизнь не в скуке, теперь у него жизнь туда-сюда, 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 блин, застало все уже. Вот вам антагонизм. У него уже не скука, у него антагонизм, уже достали уже, блин, вообще, не он. Вась, ты уроки сделал? Нет, не сделал, понял? Вась, пойди вынеси ведро, не обойду уроки делать, понял? Вась, тебе что, проблемы? Это у тебя мало проблем, понял? Он такого крутого превращает, потихоньку пальцы начинают у него. Вот. И он со всеми, девчонки, представьте, у вас такой парень, нет, он-то хороший внутри. Замечательный. Ну, представьте, он с вами общается. Ты что, одела казан, у тебя не идет? Он спорит, ему все не нравится. Все раздражают. И, конечно, он идет к Пете. Петя, прикинь, да что ты переживаешь? Давай поправим здоровье. Они идут, поправляют здоровье. Бабах, веселье. Это то, что вам известно, да? Косяк выкурил, на кусочек мило смотрю, смеюсь 3 часа. Называется, она хихи пробила, да? Вот он раз смеется, 2 смеется, 10 смеется, 20. Я не знаю, сколько раз он будет смеяться. Как здоровье ему позволит все это делать. Вот. Но тон-то его неизменно, неизменно, каждый раз все ниже и ниже. И теперь мальчик Вася в гневе. Знаете, его все раздражает. Его уже конкретно все раздражает очень сильно. Я вчера, как нормальный пацан, пришел в 3 часа ночи. Мне мать говорит, поздно. Я же не в 5 пришел, клянусь, я в 3. Она мне говорит, не спала, я что мешал? Меня там не было, она мне говорит, не спала. Вчера пришел на химию. Нет, ты послушай, что мне она говорит, давай тетрадь. Откуда у человека в 10 классе тетради? Нет, он сам-то хороший парень, просто тон у него такой. Он не может ничего сделать, лежать, молчать, все. Ну, теперь у меня наивный вопрос, такой маленький наивный вопрос. Скажите, пожалуйста. Ну, ему-то все хуже стало. То есть, на самом деле, что он ощущает? Все вокруг стало хуже. Все стали хуже, я остался такой же. Ну, вы понимаете, что это не так. Скажите, пожалуйста, он сейчас принимает раз в месяц, как собирался, или почаще? Почаще. Что ж ему полезную вещь пореже принимать? Он же не может, почаще, конечно, будет принимать. Хорошо. Итак, наш мальчик Вася просто начинает принимать это чаще. А на чаще нужно больше чего? Денег. Денежек. Смотрите, он принимает чаще. А поднимается теперь сильный интерес. Но ему это тоже нравится, потому что это не там. Он поднимается в какой-то тон и чувствует себя как-то иначе, лучше, чем в гневе. Понимаете, он выкуривает косяк, и теперь у него может вот такой вот вид, вот понимаете, он иметь. Кто-то узнал, да?
Он изучает молекулярную структуру мира. Ну, вы знаете, да, выпал на умняк, втыкает там, вставила. Ну, знаете, да, продолжать можно, да? Вот, он может чертить черточку на одном месте в тетради. Абсолютно полная сосредоточенность. Вы подходите и спрашиваете: Вась, ты что делаешь? Ты не понимаешь. Отстань. Ну, типа там, уйди, старушка, я в печали, да? Там уже дырка, а он чертит. И вы смотрите, очень сложная геометрическая фигура. Еще это 3 часа, да? Интересно. Вы на него смотрите, думаете, не в порядке. Он на вас смотрит, думает, не понимает. Пообщались. То есть истории можно рассказывать масса. Вот я историю люблю рассказывать про парня, но просто очень сильно прикольно получилось. Говорит, принял наркотики, вспомнил, что мама любит кипяченую воду. Значит, и начал воду кипятить. 4 часа кипятил воду, и все эти 4 часа кипятил и разливал по чашечкам, баночкам, тарелочкам, вазочкам, мисочкам, там, любые емкости, и ровными рядами по ковру, на умнике, представьте. Практически Эйнштейн. Вот. А потом он приходит, друзья, рассказывает, прикинь, как мы вчера прикалывались, там, ну масса всяких, и все, ему кажется, все классно, все весело, а то он продолжает падать. Если человек принимает уже очень часто наркотики каждый день, то ему нужны деньги значительно больше, чем раз в месяц, правильно? Ну и, естественно, он работать не пойдет. Вы понимаете, что в скрытой враждебности люди не работают? Им же надо быстро и легко достать, поэтому воровать начнет, как минимум. Конечно, он будет не воровать, нет, он у мамы берет свое. Понимаешь? А что она не дает? Она мне обязана, бля, она мама или нет? Чего бабки не даешь? Не даешь, я сам возьму тихо. Да, он может у вас из карманов забирать, он может начать продавать наркотики, и теперь у него приятное лицо с улыбкой. Хочешь попробовать? Все, уже это скрытая враждебность на лице. Итак, он уже преступник. Это с каждым случается. Я недавно проводила лекцию в одной из школ, далеко-далеко, в другом конце города, и мне один парень сказал, ну так это же зависимости от конопли нету. Сидел класс, это распространенное мнение, я об этом знаю, что зависимости от травы вообще никакой не бывает, трава не наркотик. Сидел там класс, один класс сидел, и там не было ни одного учителя, очень маленькая школа. И, ну, я могла задавать любые вопросы, и мне любой вопрос, ну, как бы ответы могли дать. Я ему говорю, слушай, ты сам коноплю куришь? Он, да. Я говорю, ты деньги иногда воруешь? Ну, бывает. Хорошо, у девочки спрашиваю, слева сидящей, говорю, ты любишь конфеты шоколадные? Да. А если не будет шоколадных конфет, ты будешь воровать деньги на них? Она же уже больная. Или вы чувствуете разницу? Вы можете любить все, что угодно, но вы не пойдете воровать. Если человек ворует деньги на то, чтобы принимать наркотики, у него есть зависимость, но он может говорить себе все, что угодно. Самая распространенная фраза у людей, которые принимают любые наркотики, если вы к ним обратились с вопросом, ты можешь бросить? Конечно, могу. А что не бросаешь? Не хочется пока. Я помню, общалась с женщиной с одной, она консультироваться приходила, хотела девочку отправить на реабилитацию. У нее девочка училась в институте, кстати говоря, в хорошем. Она мне говорит, она у меня наркоманка. Я говорю, а с чего вы решили, что она наркоманка? Ну, вы знаете, тут уже нечего решать. У нас дома пусто, она все вынесла. Она колется. Я говорю, пардон, а что же она вам говорит? А она говорит, что она может бросить в любую минуту, ей просто пока не хочется. Понимаете, это длится бесконечно. Знаете, когда человеку хочется... Он понимает, что ему уже надо бросать. Этот момент может выглядеть приблизительно так. Вау, ноги сгнили. Может, пора завязывать. Вот это тот момент, когда человек начинает думать чуть-чуть. Но у нас мальчик Вася пока не думает, он продолжает принимать, а поднимается, заметьте, сюда. Это консерватизм. А нету вообще никакого кайфа. Просто нормально. Лучше, конечно, чем там. Но нету кайфа, что-то не прет. Опять выкуривает, опять, наверное, трава плохая попалась, меняет траву, не прет. 6 косяков в день – это реальный случай. Я ничего не придумываю, я ни одного такого знаю. 6 косяков в день. А вокруг него уже в основном люди, которые принимают наркотики, которым надо продать свой тип наркотиков. И они ему продвигают, говорят, пацан, ну ты что, дети в 6 классе курят траву. Нормальные пацаны в 9 уже давно колются. Ты что, одумайся? Ты кайфа настоящего не видел? Ну тут-то человек соображает уже меньше, я не помню, я, по-моему, вам не говорила, да? Вот эта шкала тонов, в зависимости от того, где находится человек, он настолько и проявляет количество интеллекта. То есть количество интеллекта в скуке 30%, количество интеллекта в антагонизме 2%. Вот туда 0%. Там человек не думает, там он реагирует.
Представляете? Он отреагирует, давай я попробую что-нибудь еще. И он пробует новый наркотик. Конечно, он падает сразу же вот в этот тон страха, который уже хронический у него, просто хроническим становится. И здесь с новым наркотиком он подымется по шкале, но ненадолго. Через 2 недели, если вот это с коноплей, человек шел год, два, три, ну как здоровье позволит, оно же у всех разное, мы же не знаем, какой у нас, ну, предел мощности. Вот. Хорошо, 2 года он курил коноплю, считал, что он не наркоман, он начал колоться. Через 2 недели человек будет вот здесь, в плане кайфа, в скуке. Мне девочка рассказывала, говорит, ну, 2 года, это мне ее личная история, ровно 2 года она курила коноплю, потом она начала принимать таблетки, их море, мы не будем их перечислять, потом она начала что-то нюхать, что давали, это Москва была, а потом она в конце концов начала колоться, и слава богу, у мамы на это были деньги, или не слава богу, ну, были деньги у мамы, было где воровать. Через 2 недели после того, как она начала колоться, 2 недели прошло, он говорит, я просыпаюсь утром. По спине холодный пот, по крыше какая-то гадость ходит, топает, шуршит. И шепчет на крыше, сейчас дозу заберем, сейчас милицию, сейчас сумасшедший дом. И она бежит на крышу и сказать, кто там ходит. Она говорит, я понимаю, в принципе, остатками разума, что крыша у меня вот такая. Там невозможно удержаться. Ну кто-то же ходит. И она бежит на этот дом и скажет, кто там ходит. Ясно, что там никто не ходит, ее с трудом снимают с крыши, наркотика у нее нету, проходит полчаса, и у нее начинается последовательно прибавление разных интересных вещей. У нее начинаются сопли, к этому прибавляются через некоторое время слезы, слюни, понос, рвота, в общем, течет все изовсюду, что только можно. При этом все ломает так, что она говорит, не сидеть, не стоять, не лежать, не ходить невозможно. Одна мысль, где взять? И теперь человек принимает наркотика, поднимается в скуку. Знаете, какой у него кайф? Обалденный, он может жевать пищу, она не выпадает изо рта. Через 4 часа опять укололся, и теперь он может в туалет сходить, не мимо унитаза. Через 4 часа укололся, и теперь он может поспать, но только 4 часа, не больше. Это все, что человек способен делать, принимая наркотик. Кушать, ходить в туалет и спать. Ну, в промежутке между этим человек должен достать деньги. И эти деньги теперь не 5 гривен. Это теперь от 100 гривен до 100 долларов в день, в зависимости от того, что принимает. Не слабая сумма, да? То есть человеку приходится много воровать, много продавать наркотики, а девочкам приходится заниматься тяжелым физическим трудом на дорогах страны. Мальчики зря смеются, они бы тоже занимались, но уже не могут физически. Вот таким образом это идет дальше и очень быстро, и заканчивается здесь. 97% этих бедолаг – это смертники, 3% – это выжившие. Выжившие вот сюда вряд ли подымутся, пока нет жизни. То есть все, это уже приговор практически, человек себе сделал. Это понятно? 21 год – средняя продолжительность жизни нынче наркоманов у нас на Украине. 21 год, 20 лет – это уже без зубов, сгнившие ноги, импотент там со всеми приятными вещами. 21 уже умер. А что долго жить? Быстро, раз, два, уже умер. Нормально, да? А что не смеемся? Что грустные стали? Не смешно? Люди, у меня к вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот почему, вот у нас здесь буквально конец первой части. Вот это вот мы знаем теперь, что с личностью происходит. В начале второй части я вам хочу задать вопрос. По вашему мнению, почему нигде, ни на каком этапе наш мальчик Вася не сказал, я бросаю? Стремление к лучшему. Это правда. Это основное стремление к человеку. Я задавала этот вопрос в самом начале, и вы на него правильно ответили. Стремление к лучшему. И он не знает, где еще лучше есть, потому что лучшее для него наркотик. Один. Второй. Вдруг, например, он наконец-то глаза-то свои открыл и увидел, что девушка его бросила, родители его выгнали. Он стоит под деревом, дождь капает сверху, у него нет крыши, у него куча долгов, милиция за ним гоняется. И он думает, не совсем хорошо. И хочет бросить. Почему он не бросает? Не может. Чего он не бросает? Зависимость. Зависимость, знаете слово такое, да? Отлично. Люблю про зависимость рассказывать. И люблю рассказывать в вузах. Люблю задавать там один вопрос интересный. Детей не мучаю таким вопросом. Я задаю вопрос, что такое зависимость, и на него мне разнообразно и правильно отвечают. Я ничего против не имею, только непонятно. Значит, последовательно звучит так. Что такое зависимость? Это когда человек привык. Все согласны? Я тоже. А почему человек привык? Потому что организм не может обойтись без наркотиков. Все согласны? Да. Да. А почему организм не может обойтись без наркотиков? Потому что у него зависимость. Вам стало понятнее, что такое зависимость? Значительно понятнее. Вот сейчас я понял. Вот в эту минуту я понял. На самом деле,
Если бы люди осознавали своим умом, что такое зависимость, я сомневаюсь, что нашелся бы кто-нибудь умный, который бы туда полез. Итак, хочу вам сообщить одно неприятное известие. У нас есть большая неприятность. Эта неприятность называется тело. Понимаете, иногда хочется полетать над крышей дома. Тело. Тело. Иногда, может быть, кому-то хочется незаметно выйти из класса, надоело чуть-чуть. Не можешь. Тело должно пройти мимо учителя. Иногда тело болеет. Иногда тело вытворяет непонятно, что хочет. Вообще, короче, иногда оно не совсем подчиняется. Ну, в зависимости от положения на шкале тону. Здесь оно подчиняется больше, здесь оно управляет человеком. Итак, у нас есть тело, которое подчиняется законам физики и химии, вообще этой физической вселенной. С этим согласны все? Оно подчиняется. Мы нет, тело подчиняется. Итак, в теле есть вот такие вот вещи, которые называются вены. Проверьте, на всякий случай, есть? Хорошо. Если вы возьмете вот эту вот штуковину, эту вену, и возле нее оттянете кожу, и пошевелите кожу между пальцами. Вот так вот оттянуть и вот так пошевелить. Вы почувствуете, что между кожей и веной есть тоненькая прослойка, которая скользкая, которая называется жир. Вот это вена, а вот это рядышком со всех сторон находится жир. Уяснили? Первое, наркотики попадают в вену. Любые. Всем понятно, что любые? Если человек курит, как он до вены доходит, наркотик, это несчастный? Через легкие, все, больше вопросов не задаю, я поняла. Если человек курит через легкие, если через желудок, ну, кушает через желудок, если курится, прямо в вену. Итак, наркотик попал в вену. В вене течет кровь, а кровь на 97% состоит из воды. Отлично. А наркотики — это те вещества, которые не растворяются в воде. Химию в руках держали, учебник? А, вы понимаете, что есть вещества, которые растворяются в воде, а есть, которые не растворяются. Если мы капнем масло подсолнечного в водичку, оно явно не растворится, а кругляшком будет плавать. Итак, никакой наркотик, и конопля тоже, в воде не растворяется. Из конопли вообще масло делают, вы в курсе? Масличная культура. Зато все наркотики, абсолютно все, растворятся в жирах. В том или ином виде оно там растворяется и остается. Вот он раз принял, два, 10, 20, 30, 40, я не знаю, 125. Он копит, понимаете, это дорогой товар, выбрасывать жалко. Все свое ношу с собой. Накопил парень наркотики в жировой ткани. Отлично. И в какой-то момент, ну он же этого не знает, да? В какой-то момент он говорит, я бросаю. Ну, бросает он. Он увидел какие-то неприятности, он говорит, все, я напробовался, я бросаю, и не принимает. Здесь у нас пусто, он не принимает наркотики. Ему придется пережить те или иные неприятности, в зависимости от того, сколько он принимал, что он принимал. Ну, неприятности у него будут, да? Но он же решил, мы же сильнее. Он же решил, сказал, все, я типа крутой пацан, все. Пацан сказал, за, пацан сделал, все. Я не буду принимать. И он не принимает, 3 месяца продержался. И он смотрит на улицу, слушайте, по-моему, шикарная погода для футбольчика, да? Нормальная сейчас погодка? Ну, по-моему, нормальная. Значит, не жарко, ветер не дует, дождь не льет на голову. И он так смотрит, думает, ну, отличная погода для футбола. И он идет играть в футбол, собирает своих товарищей, начинает бегать по полю. Ну, обычно, когда люди решают во что-то поиграть, ну, хотя бы сильный интерес должен присутствовать, да, он такой довольный, выбегает, начинает бегать, играть в футбол. Очень через короткое время, такой бабах, а он уже в антагонизме. Он немножко нервничает, а когда немножко нервничает человек, он начинает ошибаться. Поэтому он не попадает по мячу, промахивается. А когда человек в антагонизме промахивается, он не говорит, я промахнулся. Он говорит, ты плохо пас подал, ты баран. Ну, он ему не так говорит, он ему может еще что-то прибавить, да? А я говорю, ты на себя посмотри. И он уже в гневе, он уже орет бегать на всех, он мяч кусты же забивает, всем показывает направление, куда идти, все! И сам уходит в другом. Все! И он идет, двигается, и вниз по шкале тонов так же. И он уже идет, господи, боже, что за жизнь, я не знаю, вообще, как сюда достал. Опа! Петькин подъезд. Ладно. Зайду к нему, попью чайку. Фу, а что делать? А кому сейчас легко? И он заходит в Петьке и пьет чайку. И он говорит, погода ужасная, мяч квадратный, люди играть не умеют, все плохо, все. А Петька ему, не переживай, друг, давай здоровье поправим, давай подлечимся. И дает ему наркотик. Он принимает? Ну кто же там в горе, там человек вообще ничего не соображает, он скорее что-нибудь глотнуть, потому что терпеть невозможно. И он принимает наркотик. Утром он просыпается, говорит, как опять? Я 3 месяца не принимал.
Я справился со всеми ужасами, которые были, я себя уважал. Я принял, кто виноват, и он находит, кто виноват. Кто у него виноват будет? Петя. Петя, гад, как он мог? Ему что, мало детей вот в этом лицее? Ходи, продавай направо-налево, глянь, какие зеленые. Я-то при чем? Я-то бросил, он же знал, что я так мучился, как он мог. Знаете, Пете глубоко наплевать. Он когда смотрит на людей вашего возраста, он просто бабки считает. Ой, сколько бабок моих сидит. У него нет других вообще мыслей по этому поводу. Он не хочет вас к счастью приобщить, он хочет карманы набить. Так что Пете все равно. А Вася наш принимает, бросает, принимает, бросает, принимает, бросает, умер. Что с ним случилось? Он хочет бросить, но не может. Что такое зависимость? А зависимость — это очень простая вещь, которая зависит от вот этой вот твердой штуки тела. Скажите, если человек бегает, прыгает, он тратит энергию? А энергию где в организме мы берем? Из жира. Я не знаю, он играет в футбол, или он поднимается на пятый этаж пешком, или он догоняет маршрутку, или он несет тяжелую сумку, или он зашел к своей девушке и решил с девушкой заняться мытьем полом, решил помочь ей поломить. Вот я не знаю, что он будет делать. Он тратит энергию. Энергия содержится в жировой ткани. А у этого бедолаги в жиру еще кроме энергии есть чего? Наркотики. Теперь смотрите, быстро действие. Сейчас задаю вопрос, что будет. Вы мне будете отвечать, что будет. Смотрите, маленькое количество наркотика, микроскопическое, малюсенькое, попадает обратно в кровь. Малюсенькое, малюсенькое. Как вы думаете, что с ним будет? А еще есть мнение? Классно ставить. Вот я жду. Это ж захочется еще мне кто говорит? Кто слышал уже, понимаете? А кто не слышал, говорит, кайф будет ловить, ломка у него будет. Ну иногда захочется еще. У нас три варианта ответа. Сейчас будем конкретно на себе чувствовать. Просто чувствовать будем. Готовы? Сейчас прочувствуете его эмоцию. Значит, начинаем мы с малого, заканчиваем той эмоцией, которую он прочувствует. Первое. Вы можете себе представить жару 35 градусов? Вам уже жарко? Да. Если не жарко, представляйте сильнее. Так, вам жарко. Жара 35 градусов, у вас последние 75 копеек в руке, как флаг. Вы третий квартал идете замороженным. Вы мороженое едите еще? Да. Хорошо, вы идете замороженным. Боже, где? Доходите. Ура. Покупаете. Ура. Откусываете маленький кусочек. Кусочек пошел по горлу. Вы еще не успели проглотить, но только по горлу. А тут к вам подходит такой. Слышишь, что мороженое ешь? Трюх по руке. Оно так чвяк на землю. Он так вон ножкой вытирает. Ну что, поел? А вы при этом усиленно ловите кайф. У кого получилось с кайфом? О, все здоровые. С отклонением никого нет. Первое желание я знаю, какое. И потом. После того, что вы уже набили сколько хотели и забрали руб 40 с моральным ущербом, что захочется больше всего на свете? Вчера на лекции мне парень говорит, асфальт лизать буду. В образ вошел человек. Прям вот так, асфальт буду лизать. Вот. А теперь смотрите, это мороженое просто, представляете, просто мороженое обычное, сладенькое, вкусненькое, лето. А теперь смотрите на этого бедолагу, он бегает, маленькая частичка наркотика в кровь попала, маленькая. А знаете, что он там делает? Она бегает по грави и говорит, добавь еще, добавь еще, добавь еще. Ты что, еще не у Пети? А ну пошел, и так ту, и тело так ты. Все, и он уже у Пети. Он не думает, он делает. Вот эта штука его заставляет все время идти к Пете. Каждая его физическая нагрузка, наркотик там, тело развернулось, пошло. Физическая нагрузка, тело пошло. Вот это зависимость, это понятно? Накопление наркотиков в жирах. Это просто фантастика. Из-за этого, пока они там, это все вот зависимости есть. Поэтому, ну как бы это ваше дело, туда напихивать их или нет. Но вы уже знаете, что если напихал, то вот дальше, как мне один парень сказал, в Павлограде проводила лекцию, ходил, как оказалось, потом ко мне парнишка-наркоман. 4 лекции он посетил, он ходил, ходил, ходил за мной. Почему он так долго ходил, я сейчас объясню. Ну вот сейчас, почему несколько раз ему нужно было ходить, с первого раза не понял. Но потом он ко мне подошел и сказал, вы знаете, теперь, когда я подхожу вот к подъезду, ну вот, типа Пети, и мне хочется принять, я понимаю, что вот такая вещь происходит. И мне приходится уходить от этого подъезда. Мне трудно, но я ухожу. Думаю, во, помогла даже наркоману. Я не даю гарантии, что он не будет принимать наркотики, потому что у него уже большая зависимость, он перепробовал все. Но, по крайней мере, человек это знает, и он может остановиться, сказать, как, я подчиняюсь куску мяса телу, а я где?
Хорошо, почему этому парню, который ко мне подходил с этим рассказом, почему ему пришлось 4 раза ходить на мою лекцию, чтобы воспроизвести, что тут рассказывается? У меня к вам вопрос. Над чем, над какой особенностью наркоманов в основном потешаются в анекдотах, КВНах и так далее? Отлично. Знаете, как у нас хорошо развита культура. Все знают, что анекдоты про наркоманов в море, в КВНах про наркоманов шутят. И в основном обшучивают то, что они тормозят. Сейчас как раз об этом я хочу быстренько рассказать. Дело в том, что у нас есть еще одна хорошая штука. В теле же она. А может и не в теле, не знаю. Но у нас есть разум. У вас есть, нет? У меня есть. Я вам больше скажу. Разум есть у всех. И у всех он работает одинаково. Сейчас рисую. А, вопрос. Внимание, вопрос. Почти как брейринг, да? Внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, мозг и разум, ну, мозги и разум, это одно и то же или это немножко разные вещи? Разные. Вы, наверное, компьютер видели. Видели компьютер, да? Обалдеть. Итак, у нас здесь будет нарисован условный человечек. Ну, немножко кривовато, но ничего. Это условные мозги. Мне недавно сделали замечание, слишком мало извилин. Мне просто некогда больше рисовать. Итак, если взять вот эту схему таким образом. Ящик с проводами. Компьютер, да? Ящик с проводами. Если в этом компьютере нет файлов, памяти, программ, там ничего вообще нету. И можно пользоваться как компьютером. Нет, на него можно просто чайник поставить, да? Итак, у нас есть чего-то, но нас это сейчас не волнует. Нас волнует вопрос, программа как устроена. А программа устроена так. Разум. Он пишет картинки со скоростью 25 штучек в секунду. Вот это я не уши гофрированные изображаю. Я изображаю эти самые 25 картинок. Ну, 25, может, я и не нарисую, но мне нужно, чтобы много было. Итак, каждую одну секунду разум записывает 25 картинок. Чинг! Оба 25 картинок. В одной картинке, в одной маленькой картинке 57 целых ощущений. Вот вы сейчас сидите, у вас записывается звук, свет, ну, вот это вот все, что вы... понятно, да? Кроме того, у вас записывается химический состав крови, каждый сустав как повернут, то справа, то слева, мягкий стул или твердый, что там, как на голове волосы, сколько весят, сколько весит один... Ужас, какое количество информации. И все это можно воспроизвести, поработать и воспроизвести. Мы сейчас будем воспроизводить очень маленькие, понятные вещи, две, быстро. Одну быстро мы сделаем такую штуку. Закройте глаза, подумайте про кошку. Поднимите руки, кто может увидеть картинку кошки? А, супер. Хорошо, теперь можете с закрытыми, можете с открытыми. Все здесь присутствующие, даже мальчики, по-моему, видели сериал «Няня», да? Хотя бы одну серию, да? Хорошо, вот по этому сериалу прям вопросы задаю. Вот можете прямо сейчас вот картинку получить «Няни»? Мальчишки, можете «Няни» картинку? Прическа такая красивая, да? Девчонки, а вот разнообразие ее кофточек и юбочек. А в складочку, помните, сколько у нее разных? Супер, да? Хорошо, а можете вот увидеть этого сына, вот этого Дениса, худенький такой мальчик? Ага, поняла. То есть это легко, да? Кстати говоря, скажите, пожалуйста, у какого из трех детей тон скрытой враждебности такой? Маленькая вообще маути. Она к психотерапевту ходит регулярно и говорит, не знаю что. У мальчика, у Дениса. А если персонажей взять там, кто у них самый... Жанна Аркадьевна, все время. Супер, посмотрите, как уже удобно, вы уже знаете тона. Хорошо, итак, мы можем получить картинку, мы можем легко ответить на вопрос. Ну, на простой вообще легко. Готовы сейчас скорость будем выяснять? Готовы к сложному вопросу? Да. Тогда я его задаю. Быстро отвечаем, как можно быстрее. Сколько будет дважды два? 4. Мгновение прошло. Вы сходили на 8 лет назад, посмотрели на ответ 4, посадили вот так вот и положили назад на ту же самую полочку. Вы представляете эту скорость, эту сумасшедшую? Какой компьютер может сравниться тормознутый с вот этим вот? Отлично, вот у нас так работает разум. Вот мы туда задали вопрос, он туда пошел. Нашелся ответ, мы на него посмотрели, и ответ положился на ту же полочку. Это ясно? Верно. Хорошо. Слышали ли вы когда-нибудь, дорогие мои, что человек, который вечером напился, утром может проснуться и сказать такую фразу? Плоховато помню, где был. Слышали? Что-то вы активно головой машете, что сами были в таком состоянии? Хорошо. Так, люди, сразу предупреждаю, потери памяти во время алкогольного опьянения соответствуют практически второй стадии алкоголизма. Это я из учебника вычитала. Чтоб просто знали, мало ли. Я знаю люди, которым это помогло. Сказали, о, мама, пора завязывать.
Итак, у нас есть такая вещь. Вот человек пил или принимал наркотики, и у него здесь какое-то количество картинок, которые немножко в тумане. И вот здесь у него немножко в тумане чего-то, и тут еще чуть-чуть у него в тумане. А вот здесь лежит данное, которое ему нужно найти. Ну, например, где я положил свою шапочку прошлой весной, уже осень? Ушки мерзнут. Ну, обычно мы делаем простое действие. Ма, где шапка? Ну, через некоторое время, когда ма нету, но нужно шапку искать самому, вы делаете это сами. И человек пошел, значит, где шапка, да? Готовы, да? Ой, ну, у меня, значит, на старт, внимание, марш. Пошел. Помни картинки в тумане, да? Поехали. Фу. Я помню. Сейчас. Фу. Оба! Получил ответ. Это называется тормоз. Это номер один. Номер два. Наверняка каждый из вас слышал такое слово, как галлюцинация, я так думаю, да? Но если вы сейчас с открытыми глазами или с закрытыми глазами можете себе представить кошку, которая зеленая, едет на мотоцикле, она в такой шапочке с рогами, у нее тапочки с бубончиками на ногах, она вот... Можно, да, представить? Это не галлюцинация была. У вас, вы понимаете различие между воображением, да, и... Это вы знаете, что кошки такой нету, а человек, который смотрит галлюцинацию, не знает, что такой кошки нету. Это не наша зеленая корова полетела, это наркоманская, да? Рисую. Человек принял наркотики, идет по улице, радуется он. Почему он радуется? Потому что у него перед глазами сам по себе незваный, негаданный, вдруг цветочек так. Он идет, смотрит на цветочки, получает удовольствие. Казалось бы. Ничего в этом страшного нету, человек смотрит на красивое. Заметьте, хорошо, если это цветочек, а если Фредди Крюгер? Ладно, оставим вопрос. Цветочек, что здесь произошло? Цветочек взял его так вот, ба-ба-бах, и перед глазами завис. Он смотрит перед глазами, у него цветочек. Самая беда не в том, что он его видит, а в том, что эта картинка назад не станет никогда. Эта картинка теперь будет где-то здесь. Человек смотрит галлюцинацию, у него идет странный процесс. Он посмотрел на картинку, она у него сюда прыгнула. Он посмотрел отсюда, она туда засунулась. И процесс идет так. Вы в библиотеке, я надеюсь, были. Если вы приходите в библиотеку, вы видите такую вещь, каталог. Там есть такой шкаф, а в шкафу такие ящички. На ящичках надписи, открываешь ящик, карточки по фамилиям. Вы приходите, говорите, дайте мне, пожалуйста, сказки Пушкина. И вам библиотекарь говорит, без проблем, сейчас вот каталог, русская литература, ты Пушкин, ты сказки. Все, вы идете, читаете. У вас разум организован точно так же, только значительно сложнее и точнее. А теперь представьте, тут все попуталось. Вот человек выкуривает косяк конопли, у него ящичек из разума. Ну, образно выражаясь. Вот туза, вау, картинки цветные, супер. Он их бросает, и они сыпятся вот так. Вот он смотрит на них и смеется 3 часа, весело же. Или считает их на умнике 3 часа. Потом они упали, он их венчиком и туда, беспорядочно. Хас, все, отлично. Мальчик, найди сказки Пушкина без проблем. Ой, Иванов, а тебе Пушкин. Девочки, представляете, на дискотеке, да, вот знакомитесь с мальчиком каким-то, да? Ну, новый мальчик какой-то пришел, интересно познакомиться. Вы говорите, мальчик, тебя как зовут? А? Мальчик, тебя как зовут? Меня? Тебя? А что? Мальчик, имя свое назови. А тебе зачем? Мальчик, как тебя зовут? А, меня Вася. Ну, могут быть варианты, может быть такой, мальчик, тебя как зовут? А? Мальчик, ты в каком классе учишься? Вася. Может быть, совсем незаветный вариант задержки ответа. Знаете, как выглядит? Мальчик, тебя как зовут? Слушай, мы вчера такой классный фильм видели, вообще обалдеть. Час про фильм. Меня Вася. Это все задержки ответа, он не отвечает на вопрос. Что он в это время делает? Знаете, что он делает? Мальчик, тебя как зовут? Карточки перебирает. Опа, нет, не оно. Опа, не оно. А, да. Мальчик, тебя как зовут? А, мы такой классный фильм смотрели, и он фильм перебирает. А, вот, Вася, нашел. Оно, конечно, весело, но я вам 2 грустных примера. Грустных примера. 2 придуманных, 1 реальный. Придуманный пример, мне нравится этот пример. Вот, девочки, для вас, взываю к вам. Вот у вас пацан, который курит коноплю, не дай бог.
И он наконец-то решился признаться в любви. Уж не знаю, может ли он любить, конечно. Вот. И он, значит, пришел и буквально сейчас тут с цветком стоит. А когда человек хочет признаться в любви, он иногда нервничает. Вы в курсе вообще? Или начинается... А когда человек нервничает, у него начинают вот эти картинки у наркомана, они начинают вот так вот беспорядочно сюда падать, вот эти, которые у него там попутанные, да? Вот. И он, значит, вот так вот только «я», ну, дальше тебя люблю, да? Он «я», а перед глазами картинка «Фредди Крюгер», и все. На эту тему реальный пример на эту тему. В техникуме рассказываю лекцию, ко мне подходит девочка, говорит: спасибо, я теперь понял, что с моим парнем происходит. Я говорю: а что с ним происходит? Ну, говорит, 2 года встречаюсь, вот именно в этом году у него начались какие-то проблемы, а он не соглашается. Я с ним общаюсь какое-то время, через какое-то время он на меня смотрит, говорит: ты почему меня обматюкала? Я говорю: вы мне верите? Я даже рот не открывала, чтобы гадости ему сказать. Я люблю его, а он мне такие вещи говорит, я расстраиваюсь, я ему пытаюсь сказать, что ты не говорила, а он говорит, что слышал. Нормально, да? То есть он действительно слышал, он прав, он это слышит. Просто это у него вот эти вот картинки перепутанные, начинают активно работать. А представьте, человек вот с этой вот бедой теперь работает где-нибудь на самолете. А представьте себе, он не работает на самолете, он никуда не поступил, он в армию пошел. И он сейчас сидит и контролирует красную кнопочку. А знаете, сидеть над красной кнопочкой целый день скучно. Он сидит в экран, смотрит, ему скучно, ему уже плохо. Он уже в антагонизме, он еще ниже по тону. И в конце концов у него что-то тут срабатывает. Жми, он... И все. И у нас летят ракеты непонятно куда, самолеты нигде непонятно где разбиваются. Люди не знают почему. А потому что у нас молодежь считает, что конопля это замечательная вещь. Расширяет сознание. Конечно, расширяет так, что оно сужается в точку. Это понятно, да? Хорошо, последнее, что я тут рисую, самое последнее, это мальчикам, нам же тело тоже важно, вам вообще важно тело ваше? Да. Не хочется, не? Фу. Так, рисуем тело и узнаем что-то еще интересное. У нас здесь будет мальчик Вася, красавец, парень. Мне нравится, гляньте, какой симпатяга. Я не заканчивала вашего лицея, он здоровый, как Шварценеггер, ну и так мне кажется. Так. На самом деле меня абсолютно не интересует, как выглядит внешне этот рисунок. Меня интересует, что тут внутри будет. Тут должна быть большая площадь. Итак, внутри мы тут рисуем витамины. Они есть у мальчиков и у девочек. То, что я рассказываю, касается обоих полов. Понятно? Просто не на мальчиках рассказываю, чтобы девочки не смучались. Хорошо? Так, это у нас будет витамин С, витамин А. Это не то, что вы подумали, это витамины. В1, кальций и магний. Что ниже? Магний. Это витамины. Ничего смешного не вижу в этой картинке. Так, витамин С. Вы в курсе, что тут летают бактерии? Их много. С каждым вдохом. Выдох, сейчас покажу. Вы вдыхаете. И сюда 1000. Па-бах! 1000 бактерий пошла. Внутри витамин С с 45-м калибром. Так. Отстреливается. И мы здоровые. Все нормально, мы не болеем. Витамин А. Если у нас в порядке витамин А, много его, достаточно, то у вас, ну, если вы посмотрите на свои руки, я надеюсь, что вы обнаружите, что они не облазят кожа, не трескаются, ничего, не гниет, не попахивает. Это витамин А порядок. Значит, это зрение еще и рост. Но нас вот волнует кожа в данный момент, да? Витамин В1. Это супер. Люди, послушайте внимательно. Нет, рыба это у нас фосфор. Значит, витамин В1, он содержится, сразу тебе ответ на вопрос даю. Это хлеб черный, каши разные. Вот это В1, это то, что не все любят. А для чего он нужен в организме, я вам сейчас скажу. Первое, чтобы быть не психом. Второе, чтобы во сне не видеть кошмаров. И третье, чтобы быстрее соображать. Прикинь, какой полезный, да? Вот, вот это В1. Кальций. А ну кальций вы знаете? Для костей. Зубы, кости, волосы, ногти, копыта, рога. Это все кальций. И последнее, магний. 4 самых сложных слова за лекцию. Магний это штуковина, которая увеличивает электрическую проводимость каналов нервных. Что проводится в нервных каналах? Сигнал. Какой сигнал? Любой. Если я дотронусь до доски, вот чтобы не стереть, вот, о, я чувствую, что она абсолютно ровная поверхность, местами чуть порезана, чуть-чуть, мелом. О, вот тут гвоздь какой, как хорошо, что я аккуратно так бы порезалась. Если я поставлю руку в дверь, а по двери с той стороны кто-то стукнет ногой, я что почувствую?
Я почувствую боль и скажу, ай-яй-яй. Если я ем конфетку, то я чувствую, что она сладенькая. Это магний родной, нам помогает ощущения получать. Наш мальчик Вася решил, что ему мало этих веществ, и решил добавить сюда. И закурил, к примеру, косячок. Может быть, к примеру, он съел какой-нибудь типа, вот знаете, колеса называют, да? Ну все понимают, что не от КамАЗа, да? Отлично. Вот он съел, что-то глотнул, он что-то там понюхал или укололся. Неважно что. Ну, конечно, не все вместе сразу. Тогда просто сразу бац, и все, уже никаких ощущений никогда. Вот. Пошел наркотик туда, внутрь. Как только наркотик попадает в организм, он сжигает вот эти бедные витамины. И они сгорают. И у человека получаются разные интересные штуки. Ну, первое. Если у него полностью сгоревший витамин А, он может начать вот так себя вести. В этот момент во многих школах не называют наркотик. Там назвали, но тихо. Ну, если он чухается, ну, от героина это 100% чешется вот это все. Если он чешется, у него под ногтями бактерии, которые попадают внутрь, маленькие порезы на коже, а внутри нет витамина С, и они начинают размножаться. А когда бактерии размножаются в теле, они начинают нас кушать. А когда нас едят бактерии, у нас начинает гнить тело. Это правда. Я не говорю, что от конопли гниет, нет. Ну, когда человек принимает наркотики, колется, у него это обязательно будет. Я помню девочку, которая приходила на консультацию, у нее от кисти до плеча обе руки были вот в таких вот язвах, все вот гнило. И она ко мне с наивным лицом: не знаете, что мне делать? Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, я мажу. Я говорю, покажи, чем мажешь, показывает лекарство. Я говорю, очень хорошо. Помогает? Нет, не помогает. Я говорю, ты не пробовала бросить наркотики? Знаете, что она ответила? А зачем? Я не наркоманка, я всего 2 раза в день колюсь. Я же вам говорю, когда вот человек говорит, что о, мама родная, о, сгнили ноги, все, пора завязывать. Вот эта девочка, которая мне рассказывала про то, что там на крышу, там ходила, все, она мне говорит, когда у меня первый раз была ломка, это был первый раз, когда я подумала, что может быть я наркоманка. Ну потом сказала, не-не-не, я еще, наверное, потом брошу. Уже когда сгнивает. Но это витамин С и витамин А. Витамин В1. Естественно, если его мало, первое, что человек видит, это кошмары не во сне, а наяву. Идешь, а тут кусты, а в кустах эти чужие. Приятная такая жизнь. Супер, да? То есть он нервный становится очень. Вокруг опасность, он поэтому на всех бросается, как псих, и кричит. Да, очень нервные ребята. Кальций. Я не хочу сказать, что все зубы выпадут, боже сохрани. Я видела парня, 23 года парню, 3 года он колется, половина зубов у парня еще было. А зачем парню в 23 года все зубы? Ему осталось жить год при таком-то состоянии от наркомании. Так, ну и последнее, магний. Рисую. Это у нас будет опять мозги с тем же количеством извилин. Это нервный канал. А это одно из окончаний нервного канала, это пальчики. Вот это дырка. Что это за дырка? Я что-то нарисую. Что-то. Вот если бы у меня тут был микрофон, а тут бы у меня был усилитель, между ними был бы шнур и был бы штекер. Вот это вот такая же система, практически электрическая, в нервах. Вот тут вот штекер типа и магний. Вот этих штекеров, там их тысячи, их много. Вот эта штука, она предназначена для того, чтобы ускорять любой сигнал. Понятно? Просто ускоритель. А здесь утюжок горячий. Я дотронулась до горячего утюжка, пошел сигнальчик, это больно. Дошел до магния. Магний ускорил. Больно, больно, больно. Мозг команду руки дергай. И рука дергается, называется рефлекс. Понятно? Не сгорело. Человек принял наркотики, магний сгорает. Здесь образуется блок. Дотрагиваемся до утюжка. Сюда сигнальчик дошел. Сюда дошел? Нет. Команда дана? Нет. Что-то дернулось? Нет. Что-то на утюге так. Ну, проходит какое-то время, человек и идет принимать наркотики, чтобы опять не болело. На одной из лекций, 10 класс сидел, мне парень говорит, я слышал, что наркоманы не болеют. Я говорю, от кого ты слышал? От наркоманов. Хороший источник информации. Конечно, он не болеет, у него магния нет, он не чувствует. Если человек бросает принимать наркотики, у него те или иные проявления будут. Грипп у него начнется, сопли начнутся. Что-то будет. Если он там колется, то у него будет... Мама дорогая. Это понятно, да? Поехали про удовольствие. Мы с удовольствия начали, удовольствие мы закончим. То есть с удовольствием закончим. Здесь у нас будет другой, как бы этот самый нервный канал. Я не знаю, что ты улыбаешься, здесь будет глаз. Просто глаз. Причем глаз это Васин. А у Васи есть девушка, которую зовут Маша. Наша Маша. У вас Маша есть? Да. Не, убираем.
Имя Маша убираем. Это Фёкла, хорошо, у нас Фёкла лежит. Фёкла. Так, вот это мальчик Вася. У него есть девочка, которую зовут Фёкла. Боже, не дай бог, Маша такого пожелает. Итак, у Васи вот это все в порядке с магнием. Еще тут опять все у нас наладилось. Вася смотрит на Машу. Сейчас я вам хочу сказать, я вам здесь не про любовь. Вы взрослые люди, да? Любовь у нас по шкале-то, ну, вот там, да? Здесь я чисто про механизм, типа вот это, рефлекс. Хорошо. Поняли, на чем я? Хорошо. Он смотрит на Фёклу. Пошел сигнал. Ой, это моя любимая Фёкла. Здесь магний ускорил. Фёкла, 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 сделай что-нибудь. И мозг начинает давать команду разным частям тела, которые как так или иначе как-то иногда реагируют. Ну и мы можем констатировать, что Вася здоров. Здоров? Здорово, хорошо. Вася начал принимать наркотики. Вот это вот магний этот сгорел. Ну, не с первого раза, это точно. В чем и опасность-то наркотика, понимаете? С первого раза нет, а второго нет, а потом бац, забыл, а потом бац, и уже все. Вот, и незаметно. И вот как через какое-то время, через какое не скажу, как кому повезет. Полгода, год, может, их то полтора протянет. Смотрит на Машу, ой, на Фёклу. Пошел сигнал, что это моя любимая Фёкла. Сюда дошел, здесь блок, сюда дошел? Нет. Команда дана? Что-то дернулось? Нет. Ну, теперь вопрос на засыпку. Назовите, пожалуйста, медицинский термин, когда что-то не дернулось. Импотент. Назовите, какие вы молодцы. В одной школе мне сказали паралич. Да. Частичный паралич наступает. Вот. Ну и нашему Васе не то, что там не до Фёклы, вообще ни до чего. Потому что единственная мысль, которая у него есть в жизни, это где взять деньги, где взять наркотик. Где взять деньги, где взять наркотик, где взять деньги, где... Все, других мыслей нету. Это понятно? Да. Вот это все счастье, которого он добился в своей жизни. Теперь у меня к вам вот что, ребята. Ну, с наркотиками вам все понятно? Да. Есть ли вопросы какие-то по наркотикам? Нет. Нету. Тогда последнее, что я вам хочу сказать. Очень, очень интересную, любопытную вещь. Опять же, неприятность, которая у нас есть, которая называется тело, оно есть, да? Проверьте, тело есть? На месте. А, на месте, хорошо. Вопрос на засыпку. Скажите, если вам родители подарят мобильный телефон последней конструкции, там буквально чуть ли не с компьютером выход в космическое пространство, ну, там музыка, все дела, там, ну... Не буду перечислять, плохо разбираюсь. Вам подарили вот этот самый мобильный телефон. Ну, вы порадуетесь этому факту? Ага. Ну, хорошо. Вам дарят этот мобильный телефон с такой, значит, вот речью. Вам говорят, доченька там или сыночек, этот мобильный телефон полностью твой. Что значит твой? Что хочешь с ним, то и делай. Знаете, иногда вот бывает, что хочу, то и делаю, да? Ну, вот вы так в таком состоянии пребываете. Что хочу, то и делаю. Вам наконец-то дарят. Говорят, что хочешь, то и делай. Вы, ура! Что хочу, то и делаю. И трясь его, значит, и все. Вы будете его трясть, или вы скажете, о, мой, да? Смотрите, у вас сейчас тело есть? Это ваше тело? Оно как нет? Слушай, может быть, мама или папа очень хотела бы пользоваться вашим телом, но она же в туалет не сходит вместо вас. У вас есть 100% ваша вещь, 100% ничья ваша. И вы имеете право с вашим телом делать все, что хотите. Вот хочу, хочу, понимаешь, чтобы сгнило, хочу. Идете, принимайте наркотики. Мама всю жизнь мечтала быть импотентом. Идете, принимайте наркотики. Оно ваше. Вы имеете право распоряжаться им. И вы еще нормальные, здоровые, в хорошем состоянии дети. Взрослые. Я не знаю. Вы можете это иметь. Вы можете это не иметь. Это только ваше желание. Это всем понятно? Никто вас не остановит, кроме вас самих. Согласны с этим? Хорошо. Огромное вам спасибо за внимание. Потому что очень я люблю у вас именно проводить лекции. Это лучшее учебное заведение в городе Харькове. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю, чтобы вы остались живыми.